Всем добрый день. Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз связана со смартфоном, который представлен перед вашими глазами. Связано это с тем, что мой смартфон Asus Zenfone Max Pro M1 отказался включаться. Ну, вернее, как он включается. Можно заряжать, можно нажимать на сенсор отпечатка пальца, но сама среда не загружается. Скорее всего, вышла из строя внутренняя память, флеш-память, где записываются основные исполнительные файлы. Ну и в связи с этим пришлось приобретать новый смартфон, причем установился на той же фирме. Да, забыл сказать, что проработал смартфон предыдущий у меня в течение 4 лет и прошел все возможные круги и испытания. Ну и в результате также помог сделать выбор на следующий. В связи с тем, что 9-й версии нету флипа, только 8-я версия. С 9-й вышел упрощенный вариант, как и в 8-й версии есть упрощенный вариант с двумя камерами и одной камерой на экране для того, чтобы снимать селфи, то в данном случае пришлось приобретать смартфон 8 версии, а именно Asus Zenfone 8 Flip. Тем более цена достаточно вкусная была в сравнении с тем, что продается у нас в российских магазинах. Приобреталось это все в Китае на AliExpress. Доставка была достаточно продолжительной, около месяца. Ну и продавец достаточно хорошо все упаковал, в том числе и воздушную пырку, то есть она полностью была упаковка защищена от внешних воздействий. Ну и плюс к этому, слева вы видите, он положил адаптер для того, чтобы подключать к нашим сетям, европейским и российским стандартам розеток, соответствующий переходник для вилла. Давайте смотреть, что пришло. Ну и помимо этого, здесь еще представлен чехол и iMac, который выполнен из силикона, и SD-карта SanDisk Extreme Pro на 128 гигабайт, который мы установим в этот смартфон в связи с тем, что здесь не 256 гигабайт на борту, а лишь только 128. Причем версии Flip 128 гигабайт и 256 гигабайт не отличаются никакими приставками, Pro и так далее. Единственное отличие только в объеме флеш-памяти, которая установлена внутри этого смартфона. Возвращай часть потраченных денег с кэшбэк-сервисом Letyshops. Установи расширение для браузера, чтобы отследить динамику цены и найти товар по самой низкой, выбрать надежного продавца и вернуть кэшбэк в один клик. Letyshops. Так, давайте смотреть, что пришло. А пришло у нас адаптер. Адаптер тут настораживает. Ну, он вкладывался бесплатно на несколько вариантов вилок, в том числе российского, европейского производства и также для китайского. Английский вариант Великобритании для того, чтобы подключать данную вилку, которая находится внутри. Скорее всего, там находится английский вариант именно Великобритании. 3 штекера находится. Причем данный смартфон в Российскую Федерацию не поставлялся. Он идет именно из других стран. Но в данном случае это глобальная версия. Здесь есть в том числе русский язык, ну и все языки, которые в последующем продемонстрируем. Итак, давайте смотреть на упаковку, что из себя она представляет. Вот такая упаковка пришла. Ну и здесь вот написаны основные характеристики о том, что здесь 8 гигабайт памяти оперативной, 128 гигабайт флеш памяти. Дальше здесь полнофункциональные два разъема для установки сим-карт и в том числе для установки SD карточки до 2 терабайт, поэтому взят 128 гигабайт. Здесь у нас дисплей 6,67 дюйма AMOLED дисплей. Дальше есть в комплекте бампер черного цвета. Дальше на борту 3 восьмерки Snapdragon без плюса и без генерации 1, ну и в настоящее время вышла генерация 2. И также есть 3 камеры, которые идут на 64 мегабайта, 12 мегабайт и 8 мегабайт с соответствующими матрицами. Первый это вариант, это широкий угол. Второй сверхширокий, в том числе и можно снимать макро. Ну а 8 мегабайт, третий вариант, это теле, оптические 3 зума и 12-кратный цифровой. Вот такая вот коробка. Давайте смотреть, что находится внутри. Внутри у нас находится, я смартфон уберу. Ну, во-первых, стандартная X-крепка, которая также поставлялась в предыдущем смартфоне. Дальше наклейки с серийными номерами, дальше гарантийные обязательства и
небольшая инструкция по эксплуатации, из чего состоит данный смартфон. И внутри находится еще чехол. В 7-й версии Flip'а поставлялось 2 чехла, ну а в 8-й версии решили сэкономить и положили только один вариант. Вот такой вот их чехольчик. Ну и здесь еще есть стандартная заглушка для того, чтобы у вас камеры, ну, случайным образом не выпадали. Достаточно сложно найти такой чехольчик таким вот фиксатором. Тот чехол без данного фиксатора. Вот такая вот, ну, сделана под карбон, но он скользкий. Вон, посмотрим чуть позже. Дальше сам смартфон. Такого плана. Здесь у нас клавиша включения, ну и в том числе так называемая многофункциональная клавиша. Здесь можно задать несколько вариантов исполнения. Быстрое нажатие, долгое нажатие, двойное нажатие, ну и так далее. Различные функции, там камеры, выключение, включение, перезагрузки. Качелька громкости, и с другой стороны у нас идет лоток для двух сим-карт, и третья — это SD-карточка полнофункциональная, как и в предыдущем смартфоне. Дальше USB Type-C снизу у нас находится, здесь у нас громкость, вернее динамик, дальше микрофоны, и здесь микрофоны и так далее. Давайте я сейчас его загружу и установлю карточки. Я установил тут карточки, в том числе и сим-карты. Все это здесь стекло, без стекло, AMOLED дисплей. Дальше здесь у нас есть режим отпечатки пальцев. Да, при первом запуске у нас здесь высветился китайский язык, но в дальнейшем можно было выбрать тот язык, который вам необходим. Ну, в данном случае был выбран русский вариант. Так, вот такой вот план. Здесь уже загружены программы. В данном случае здесь есть различные темы, но в данном случае у нас темная тема. Дальше динамический режим. Здесь можно выбрать различные режимы для того, чтобы у вас была сохранность батареи. Здесь батарейка на 5 мАч, но есть момент о том, что ввиду того, что здесь AMOLED-дисплей, ну и так далее, достаточно быстро, ну и сам процессор достаточно производительный, все это быстро расходуется. Дальше различные исполнения. Есть тут уже стандартный скриншот. Дальше здесь есть возможность записи экрана, видео, что тоже положительно складывается. Ну и стандартный Google Play Pay. Дальше здесь вот можно посмотреть, как функционирует. Давайте я сначала покажу. То есть вот язык ввода. То есть можно любые языки вам добавить. Ввиду того, что это глобальная версия. Без проблем. Различные. Дальше здесь можно посмотреть, ну, экран. Ночная подсветка. Здесь можно задать яркость. Максимальная и минимальная. Проблем. И дальше здесь можно выбрать различные режимы для того, чтобы у вас было нормальное восприятие. И давайте посмотрим батарейку. Я уже попользовался некоторое время, и здесь можно увидеть различные режимы. То есть есть высокая производительность, дальше динамический, устойчивый, сверхустойчивый и расширенный, для того, чтобы увеличить срок службы аккумулятора во время, когда вы пользуетесь этим смартфоном. Дальше можно посмотреть расход. Ну, вот здесь вот показано, продемонстрировано, какие программы я использовал и в дальнейшем сколько уже времени прошло. Я продемонстрирую еще один вариант. Сейчас, наверное, высветится у вас где-то на экране. В течение дня я достаточно интенсивно его использовал и продемонстрирую, как он расходует аккумулятор. То есть здесь начинается большой и широкий функционал. Установлено, пришло обновление, кстати, 12-го андроида, плюс здесь есть своя оболочка Zenf UI для того, чтобы воспользоваться ей. Достаточно быстро все адекватно действует. Кстати, анимацию тоже можно задать в настройках. Ну вот смарт-клавиши, где можно задать различные варианты ее взаимодействия. Здесь есть режим игры.
панелька соответствующая выскакивает. Так, и... обновление тут 90 либо 60 герц, причем для того, чтобы не было шима, есть здесь димминг, ну и в результате он работает только на 60 герц. Сейчас продемонстрирован один. Установки у нас на авто, то есть здесь выбирается в зависимости от того, какое у вас программное обеспечение, либо 60, либо 90. И вот, кстати, скорость анимации, то есть там шкала анимации, можно задать различные. Скорость увеличить, кому не устраивает исходные переходы, то же самое, различные скорости, если не устраивает. И продолжительность анимации, если тоже не устраивает. То есть все достаточно хорошо настраивается. Но основное мне, я брал его, конечно, для стандартного использования, плюс из-за камер, которые сейчас чуть-чуть попозже посмотрим и рассмотрим. Да, кстати, давайте сейчас посмотрим, как умещает туда, имеется в виду стандартный чехол смартфон. Ну, вот в таком виде будет у вас находиться он. Есть отпечатка пальцев на экране. Да, и здесь уже установлено стекло. Можно посмотреть, как быстро оно откликается. Кстати, здесь есть перчаточный режим. Так что, если вас не устраивает скорость, то можно включить и его. Достаточно быстро все это дело происходит. Имеется в виду распознавание отпечатка пальца. Так, и давайте еще посмотрим, что из себя представляет другой чехол. Вот такого плана чехол силиконовый. Как-то просто снять исходный чехол. Так, ну здесь более мягкий чехол, ввиду того, что он силиконовый. Единственный недостаток силиконовых чехлов, то что они со временем желтеют. И как результат появляется налет желтого цвета. Ну это, как правило, в зависимости от того, как вы его используете и применяете. В течение где-то полутора-двух лет он желтеет. Поэтому рекомендую взять два таких чехла на всякий случай. И давайте посмотрим, что из себя представляет еще комплектация, в частности, внутри еще у нас находится кабель и розетка. Кабель у нас стандартный, USB Type-C, USB Type-C. И находится розетка, а вернее вилка такого плана. Она идет на 30 Вт для быстрой зарядки в течение там где-то полутора часов. Ну и здесь один разъем USB Type-C. Ну и как говорил, что здесь у нас английская вилка. Кстати, я уже попользовался данным переходником и нашел один недостаток. Поэтому здесь написано, что только для экспорта. Адаптер для путешествий. Как говорится, дареному коню зубы не смотрят. Но вот здесь вот разъемы, которые стоят внутри, они плохо схватывают эти металлические части, и всегда их приходится немножко подгибать, чтобы они схватили и тем самым передавали энергию электрическую смартфону для того, чтобы он заряжался. Поэтому, если встретите такой вот адаптер, не берите его, особенно для этих вилок. Он плохо функциональный. Итак, вот у нас вся комплектация. И давайте сейчас посмотрим камеры. Есть три камеры. Сенсор 686, то есть здесь есть возможность выбор той камеры, которую вы будете применять и использовать. То есть широкий угол, мини-широкий угол и телефото. Сейчас у нас трехкратное увеличение идет. Вот однократное, двухкратное и трехкратное увеличение. Вот здесь вот у нас макро снимает. Дальше есть здесь возможность установить различные режимы. Сетки. Дальше куда записывать файлы либо с видео, либо с фото. HDR режим. Тут нет HDR, авто HDR и просто HDR режим. Здесь различные соотношения сторон для снимка.
как вам нравится дальше, фотоспышка либо свет. Так, есть видео режим простой. Здесь съемка может быть до 8К, 4К 60 FPS есть, 4К 30, ну и Full HD. Дальше здесь есть ускоренная съемка. Дальше замедленная съемка. Дальше есть портрет, можно снять. Дальше можно снять панораму, можно снять документ. И есть здесь еще так называемые профессиональные режимы, чтобы вам не приобретать отдельные какие-то, имеется в виду программное обеспечение типа Filmic Pro и так далее. Ну хотя Filmic Pro тоже. То есть можно здесь записывать, настраивать фокус, ну или делать переходы какие-нибудь. Дальше ISO, уровни, баланс, ну и так далее. Дальше здесь можно производить действия, это имеется в виду убирать звук ветра, как сейчас вот продемонстрировано. Дальше окружение, настройка на определенный звук, отделение звуков и так далее. Профессиональный режим. То есть вот у нас закрыто. И можно осуществлять селфи той же самой камерой, в связи с тем, что здесь осуществляется разворот ее на 180 градусов. Вот такой вот смартфон. И давайте сейчас я представлю примеры фото и видео. Ну, я брал, конечно, для данных вариантов съемки. Помимо того, что исполнять основные функции смартфона, также брал для именно фото-видео съемки данный смартфон. И давайте сейчас посмотрим примеры. Я вам продемонстрировал смартфон Asus Zenfone 8 Flip, который позволяет не только осуществлять основной функционал, но и также является хорошим инструментом для фото-видео съемки. Уже данный смартфон в продаже уже около года, ну и в связи с этим цена достаточно хорошо упала. И есть также отклики от тех, кто уже приобретал данный смартфон. И хочу сказать такой факт, что в младшей модели Asus Zenfone 8 иногда бывает так, что окирпичивается смартфон, связан с тем, что что-то там происходит ввиду того, что сам процессор достаточно горячий и выходит из строя материнская плата. Данный вариант смартфона, может, и выходит
будет, но не слышно. Имеется в виду отзыв о том, что именно Asus Zenfone 8 версии, который флип, выходит из строя по тем же самым причинам. Но это еще связано с тем, что по сравнению с младшей версией 8, который не флип, там размеры меньше, здесь размер достаточно большой. Поэтому и может быть и хватает воздуха для того, чтобы все это функционировало. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал, информацию предоставил вашему вниманию. Выбор только за вами. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.